Зал лютеранской церкви Святой Марии наполнился волшебными звуками. Концерт в исполнении органиста Йенса Аминда и певицы Марии Людько состоялся 6 марта. Произведения Золотого фонда классической музыки и пьесы композиторов 20 века звучали одинаково эффектно. От барочной музыки до романтизма и даже до Ллойда Уэббера. И сегодня вы этого мастера мюзикла услышите в совершенно другом амплуа. В амплуа мастера духовной музыки прозвучит фрагмент из его реквиема, который он посвятил своему отцу. Сочетание голоса и органа считается традиционным, но такой дуэт требует высокого профессионализма исполнителей и множества репетиций. Йенс Аминд – лауреат международных конкурсов и специалист по творчеству Иоганна Себастьяна Баха. За время гастролей в Ульяновске он успел не только привыкнуть к инструменту и отточить мастерство в ансамбле, но и прогуляться по городу. Это очень красивый город. Это очень красивый город с новыми красивыми зданиями, с хорошо отремонтированными историческими зданиями. Und leider konnte ich nicht viel besichtigen. Ich bin etwas spazieren gegangen an der Wolga. Я, к сожалению, не мог очень многое посетить, потому что репетиции, концерт, работа, но я гулял по городу и видел вашу потрясающую Волгу. Фестиваль «Мир. Эпоха. Имена» дает исполнителям уникальную возможность путешествовать и сотрудничать друг с другом в разных странах и открывать свой талант для публики практически всего мира. Виктория Шикова, Даниил Сурков, Новости Ульяновской правды.